Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джале. Глядіть у гэтым випуску. Юные таленты региона. Сегодня отбылось урушение штогодовой премии Гомельского облвыканкама для поддержки талиновитой молоди. 2018 объявлены годом безопасной работы на промысловости. Сегодня профилактику вытворчего травматизма обмерков профсоюзный актив региона. Централизованное тестирование 2018. Начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации Владимир Глазунов поведомил об сёлетних особливостях. А зараз об гэтым и іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с творчей молодью. Мероприемство проходило Белорусским державным молодежным театром, передая Белта. Для удела запросили около 270 человек. В их лику студенты, навушенцы установ специальной эдукации, представники творчих коллективов. Президент означил высокую и отказную роль творчих деятелей в жизни краины. И он звернул увагу, что сегодня у молоди есть где проявить себе и продемонстрировать свои здольности. Створены президентские фонды для поддержки самых одаренных и талиновитых. Керовник державы упэўнены, что это годный и отказный шлях вести свет за собой, взвышающий души и выховывающий у людях почуццё прыгожага. Таленавітую творчую молодь сегодня ушановывали у Гомеля. У палац Румянцевых и Паскевича отбылося уручение штогодовых премий облвыканкама. И лауреатами стали 18 человек. Выхованцы дитячих школ мастацтва, средних специальных навучальных установ культуры и молодые артисты. С владельниками премии познакомился Олег Сентюров. Гомельский державный колледж мастацтва имени Соколовского установа особливая. Музыка тут звучит не только в классах и залах. Шмат кто репетирует на коридорах для того, как достигнуть творчих вышинь необходимо постоянно заниматься. Артур Казимиров после закончения колледжа планует поступить в высшую научную установу и стать профессиональным артистом. Не глядя на то, что Артур учится только на первом курсе, его талант уже зауважили, и он стал одним из трех лауреатов премии облвыканкама для поддержки талановитой творчей молоди, которые научаются у колледжа. И еще один лауреат – наученец другого курса Александр Равянок. Не глядя на возраст, он уже является призером шматликих международных конкурсов. Кажется, что в детстве жадал научиться играть на фортепиано, але реализовать мару не дозволило кватерное питание. Места для такого великого инструмента просто не нашлось. Увы, Нику Александр играет на флейте, об чем николи не шкадуя. Мама посмотрела на флейту с бабушкой и сказали: «О, как хорошо, даже если ему потом не понравится, мы ее просто положим, и она будет лежать». Начал заниматься на флейте, и оказалось, что флейта не осталась лежать на полочке, я до сих пор на ней занимаюсь, играю. Талиновитыми нарожаются многие, а лет творчих вышинь достигает далеко не кожные. Штодённые репетиции на протягу нескольких годин и постоянная самодисциплина, начиная с дзяцінства, а еще наявность мары, якую необходимо обовязково досягнуть. Приемы и балы у палаца Румянцевых Паскевичу проходили завсёды. У свой час тут выступали артисты, и их можно было назвать творчей элитой России. Тих, кто пришел сюда сегодня, так само можно отнести до элиты, але будучи, у всяким разе для этого, у них есть все максимости. Вучні дитячих школ мастацтва, якія робить только первые кроки до творчих вышинь, навученцы середних специальных установ культуры, на рахунку яких узнагороды престижных конкурсов и фестивалів, и побач тих, кто уже стал профессионалом. У залежності от категории помер премии от 122 до 367 рублей. Хоть в даденном выпадку гроши не самое головное, это еще и констатация того факта, что на Гомельщине есть сапраўды таленавітая молодь, якой можно ганарыцца и якую необходимо падтрымліваць. Выявить этих талантливых детей, поддержать, ну и сопроводить еще по жизни. То есть главное, чтобы они потом не потерялись. Вот, поэтому сегодняшнее мероприятие, оно означает, что у нас все-таки в Гомельской области проживают талантливые самородки, талантливые дети, одаренные дети. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля прошло посяджение Президиума Совета областного объединения профсоюзов. На порядку дня профилактика травматизма и ожидавление громадского контроля по ахове працы. За основу для обмеркования взяли в опыт гомельского вытворчего объединения «Крышталь». На базе предприемства собрался профсоюзный актив региона. На ювелирном предприемстве «Крышталь» политика в сфере аховы працы особливая. Тут мается аккредитованная лаборатория промысловой санитары, дякуючи ей, что тыднево проводится мониторинг шкодных факторов, якія тым ці іншым чынам могуць уплываць на здароўе работнікаў. Па дадзеных спецыялістаў лабараторыі умовы на вытворчасці адпавядаюць санітарным нормам. Только в 2017 году на создание здоровых условий труда рабочих потрачено более
полутора миллионов деноминированных рублей. Это в рамках инвестпроекта созданы новые рабочие места, введены новые уникальные, даже сказал бы, высокоэффективные системы вентиляции. На рабочих местах у нас установлены фильтра, которые до 98% очищают воздух из рабочей зоны. За кожним витворчим участком замацаваний громадський інспектор по охові праці. У профілактиці травматизму їм належить значна роля. За 2016-17 роки на гомельському витворчому об'єднанні «Кришталь» не відбулося ні одного нещасного випадку. Сьогодні дуже серйозне внимание уделяється як виконанню директиви номер 1 глави государства, так і повышению эффективности системы управления охраной труда. Так вот, на этом предприятии оно одно из первых в политику в области охраны труда вписан довольно интересный такой цель повышения эффективности общественного контроля через усиление роли общественных инспекторов, что требует 12-й пункт директивы номер 1. 2018-й объявлены Украине годом безопасной работы на промышленности. Все средства и силы на профилактичную работу. Мета поставлена совместными намаганиями органов виконавчої влади, наймальников и профсоюзов снизить витворчий травматизм до минимума. Евгения Кухаронок, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельском тлушевом комбинате распрацаваны и рыхтуются до укоронения у вытворчесть мыло с гипоаллергенными якостями. При заховании верности традициям сегодня на предприемстве робит ставку на выпуск новой продукции. Як застаться конкурентоздольным и выйти на новые рынки, потекавились наши корреспонденты. Новина, якая хутка распаусюдилась по всем гомельским тлушевым комбинате. На международной выставе «Лепший смак 2018» одразу два вида мясовой продукции отримали дипломы первой ступени. На предприемстве эту перемогу расценили как подтверждение правильности обранного курсу по распрацовке и освоению новых видов продукции. Хоть один принциповый момент обовязково застается неизменным – ориентация на айчинную сыровину. Всегда гомельский тлушевый комбинат ориентировался на выпуск продукции с использованием именно местного сырья. Потому что мы всегда пытались вовлекать в производство именно организации поставщики сырья белорусские. Для того, чтобы поддерживать отечественного производителя и также выпускать соответствующую качественную продукцию. На предприемстве кажут, что укоронять новые распроцовки дозволяет проведенная модернизация. На тех же линиях по вытворчести мыла теперь что год можно выпускать около 14 тонн продукции. Зараз, например, на предприемстве распрацовано мыло с гипоаллергенными якостями, якое так само повинно завоевать на рынку свою нишу. У 2014 году по широгу причин гомельский тлушевый комбинат сутыкнулся со значными финансовыми проблемами. Сегодня об их на предприемстве узгадывать не имкнутся и перекананы, что такое больше не получится. Особливо, коли постоянно пропоновывать новые виды продукции и шукать на рынках свои ниши. В целом по предприятию постоянно проводится такая работа, как удешевление продукции, улучшение качества продукции, поставка сырья от новых производителей. Данная работа проводится изначально в лабораторных условиях, дается положительное заключение. После выпускается пробная промышленная партия в цеху, проходит лабораторные исследования и дается разрешение уже на промышленную партию для производства. Олег Сентюров, Олеся Рудянкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До речі, директор Гомельського тлушевого комбінату Наталія Садша завтра стане гостею програми «Діалог». Початок ефіру на телеканалі «Беларусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефону у студії 34-00-43. Питання гості можна накерувати так само у Viber. Долучайтеся. У регіоні звыш 40% уведеного сёлета жилля побудовано для тих, хто має потребу у поляпшенні жильових умов. Об гэтым поведомили у Головным статистичным управлении Гомельской области. У першые два месяца года организации усіх форм власності побудовали амаль 1000 кватер. Ввели в эксплуатацию практично 80 тысяч квадратных метров агульной площи жилля. Зыха для громадян, якія стоять на уліку для поляпшення жильових умов, призначена каля 34 тысяч. У сельских населенных пунктах прикладно 9,5 тысяч. Это крыху больше за 12% от агульной личбы уводу по области.
22 сакавіка у Беларусі пройдуть жалобные мероприемства, присвячені 75-годию знищення оккупантами вёскі Хатынь. Вясной 1943 года карателі спалили яе разом с насельніцтвам. Сёння Хатынь з'являється символом трагедии беларускага народа. У память об усіх загинувших падчас Великой Айчынной войны жыхарах краіны у 1969 годе на месте спаленой вёскі побудаваны мемориальный комплекс. Непосредственно на территории Гомельской области оккупанты полностью ти частково знищили 1126 населенных пунктов. Причем у некоторых засталось всего по несколько хат. 18 вёсок, которые спалили разом с мясцовыми жыхарами, после закончения войны так и не обновили. Только подчас операции «Бамберг», которая проходила у период с 20 соковика до 4 красовика 1942 года на территории Гомельской и Могилевской областей, гитлеровцы повесили и спалили каля 5,5 тысяч мирных жыхароў. Але бадай самая вялікая трагедыя здарылася ў вёсцы Ала сучаснага Светлагорскага района, якая спыніла сваё існаванне 14 лютага 1944 года. Одних только дзяцей фашысты сожгли 950 чалавек в этой деревне. Общее количество жертв более 1700. Практически 12 хатыней. Поэтому, конечно, для нас это тоже очень такая печальная дата, и вот в нашей экспозиции помещены урны с пеплом 12 сожженных деревень нашей области, в том числе и названная мной деревня Ала. Централизованное тестирование 2018 стало сегодня главной темой для обмеркования в открытой студии радио «Гомель Плюс». Гость передачи – начальник регионального центра тестирования и профессийной ориентации Владимир Глазунов. Централизованное тестирование в Беларуси будет проходить с 12 червня по 2 липня и традиционно начнется с испыту по белорусской мове. А вот минимальный порог баллов все лето повысился. Так, нездовольняющая отзнака по белорусской и русской мовах будет по кашек от 0 до 9 баллов уключно. Коли абитуриент планує поступать на филологичный факультет, проходный балл повеличивается до 24. По першим профильным предмете, коли это математика, химия, биология и физика, здавальняючи будет лечиться от знака от 20 баллов. По громадознавстве, географии, истории и замежных мовах от 25. Коли эти предметы выступают как другие профильные, достатково набрать 10 и 15 баллов отповедно. Дальше проверить свои веды абитуриенты могут уже зараз, не выходя из дома. Что касается дистанционного репетиционного тестирования, оно уже идет с 1 февраля. Вот это такая форма тренировки, бесплатная форма тренировки. Там у нас есть один тест, и можно пройти тестирование по всем предметам централизованного тестирования. Балл практически по всем предметам повысился на 5. Поэтому, в принципе, немножко нужно больше усилий прилагать абитуриентам и в подготовке, есть на самом тестировании, чтобы пройти эти баллы. Дистанционное тестирование можно пройти бесплатно по всех предметах и отримать на сайте Республиканского института контролю ведов полный разбор помылок. Завтра у Гомелі пройдзе обласны конкурс професійнага майстэрства сярод рабочых, арганізаваны обласным аб'яднаннем профсаюзаў сумесна з обласным саюзам наймальнікаў. Ён пройдзе на базе Гомельскага дзяржаўнага аўтамеханічнага каледжа. Будуць вызначаны лепшыя токары, слесары, інструментальшчыкі, фрэзіроўшчыкі і электразваршчыкі ручной зваркі. Іспыты прапануюцца як тэарэтычныя, так і практычныя. Конкурс праводзіцца з 2008 года, і яго галоўная мэта падняць прэстыж рабочых спецыяльнасцяў і прыцягнуць да іх цікавасць моладзі. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры дэ-факта і спартыўны агляд. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Непростыми оказались сутки для огнеборцев Гомельской области. В Мозыре спасатели тушили пожар в двухквартирном жилом доме. Происходящее снято на камеру GoPro, прикрепленную к каске пожарного. И вот как это выглядит. Горит кровля открытым пламенем. Первый номер 4 цистерны подтверждает.
Как сообщается, открытым пламенем горела кровля деревянного двухэтажного жилого дома. Хозяева обеих квартир покинули жилище еще до приезда пожарных и находились на улице. Мозырьские спасатели ликвидировали возгорание. Комнаты пожар не затронул, но кровлю теперь придется отстраивать заново. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – занос постороннего источника зажигания извне. До 10 лет лишения свободы грозит жителю Жлобина, который в ходе разборки с неприятелем разбил о его голову бутылку из-под шампанского. Ссора между мужчинами произошла около одного из развлекательных заведений райцентра. Сначала в ход пошли кулаки, ну а потом и подручные средства. Как сообщают в Следственном комитете, в результате удара бутылкой по голове потерпевший получил травму. Оглашен приговор в отношении одного из начальников отдела Гомельской войсковой части. Мужчина осужден за кражу более 20 тысяч литров дизельного топлива и 400 литров моторного масла. Подсудимый создал в воинском подразделении устойчивую схему по хищению горюче-смазочных материалов и реализации их по цене ниже рыночной. Сумма ущерба – 26 тысяч рублей. Деньги бывшему сотруднику части придется вернуть и при этом 3 года отбыть наказание в колонии усиленного режима. Более 1500 рублей – сумма ущерба, причиненного природе в результате рыбалки браконьерским методом. В Житковичском районе сотрудники природоохраны задержали мужчину, который на озере Червоное выловил 12 килограммов рыбы. Возбуждено уголовное дело. Лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Гомельской области запрещен с 20 марта по 18 мая, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого одной удочкой с одним крючком, либо одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой с одним одинарным, двойным или тройным крючком, светлое время суток с берега, то есть без захода в воду, либо со льда. В Гомеле водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на 19-летнюю девушку. ДТП произошло на пешеходном переходе улицы Барыкина. Потерпевшая попала в реанимацию. Водителям рекомендуется более внимательный проезд пешеходных переходов нерегулируемых, а также соблюдение дистанции, бокового интервала и с учетом улично-дорожной сети скорости движения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле завершились республиканские олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2001 годов рождения и моложе. Награды оспаривали атлеты со всех областей и города Минска. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. Сильнейших определяли в 8 весовых категориях. Хорошее выступление для каждого из этих ребят – возможность в дальнейшем проявить себя на континентальных и мировых первенствах. И тем приятнее результат завершившихся баталий. У Гомельской области первое общекомандное место. Отличные результаты демонстрируют и фехтовальщики. В Минске завершилось открытое первенство страны среди молодежи. У воспитанников Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта 2 призовых места. В фехтовании на шпагах среди женщин второй стала Ольга Силкина. А в фехтовании на рапирах победа на счету Анны Андреенко. Тем временем продолжаются баскетбольные баталии в чемпионате страны. Завтра состоится очередной поединок между командами «Гомель-Соши» и «Цмоки» и «Минск». Игра пройдет в областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта на Ирининской. Стоит отметить, что начало не в 18:00, как было заявлено ранее, а в 16:30. «Гомель-Сош» сейчас находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Гости на 2-й. Предыдущие встречи были в пользу минских баскетболисток. Однако игроки нашей команды полны решимости отыграться за предыдущие поражения. Игра обещает быть зрелищной. А теперь о футболе. Завтра состоится встреча команды «Футбольный клуб Гомель» с болельщиками. На традиционное ежегодное мероприятие с участием игроков, тренеров и руководства может попасть любой желающий. Во время встречи будет возможность задать вопросы, пообщаться в неформальной обстановке, а также получить автографы. О времени и месте проведения можно узнать на официальном сайте футбольного клуба «Гомель» или в социальных сетях. В свою очередь команда продолжает подготовку к старту чемпионата страны.
Вчера «зелено-белые» провели вечернюю тренировку на стадионе «Сдюшор-8». А с сегодняшнего дня продолжают работать в двухразовом режиме. В ближайшую субботу состоится заключительный тренировочный спарринг с гомельским «Локомотивом». Игра пройдет в Хойниках. Здесь же, по словам главного тренера Вячеслава Геращенко, скорее всего, будет проведен и матч первого тура чемпионата со Слуцком, который назначен на 31 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».